После отключения индексирования служба поиска Windows вам будет не нужна. Итак, нажмите кнопку «Пуск» и в текстовом поле «Найти программы или файлы» введите службы. Найдите строку «Windows Search». Правой клавишей мыши из меню выберите «Свойства» и в типе запуска отключите индексирование навсегда. Затем скачайте программу Everything Search по ссылке, указанной в описании ролика, и наслаждайтесь тем, что ваш компьютер будет летать.